по многочисленным просьбам рассказываем про Джуну, любимица публики. Джуна – это одна из первых собачек, которую я лично с самого маленького возраста воспитывал. Я его увидела в 1,5 месяца, и вот, собственно, уже практически 9 лет, а то уже скоро 10 будет, мы с ним вместе. Если посмотреть на все ролики, которые были сняты про нее, вот эти вот горящие, хосячие, сумасшедшие глаза, она на самом деле такая с детства. Характер все тот же, веселый, детский, озорной. И все еще бегает в упряжке очень хорошо. Ну, за 10 лет можно сказать, что немножко поменялось в размерах, увеличилась шерсть, увеличились размеры. Если будете у нас в гостях, у нее, у Джуны, есть такие свои приколы. Она может вас гипнотизировать своими глазами, смотреть, а потом раз, подпрыгнуть и облизнуть за нос. Да, еще она очень классно ходит в догтрекинг, все, кто хочет познакомиться с Джуной поближе, да, и вот так вот целоваться, то ждем вас в гости, да, вот она вас там зацелует и проведет по маршрутам, она на самом деле очень хороший лидер, в догтрекинг ходит отлично.